Всем привет! Сегодня я собрался сделать брагу на соке. На соке магазина. Большая часть его будет занимать абрикосовый сок какого-то непонятного производителя. Достался весь этот сок мне бесплатно. Пить его не очень приятно, невозможная бурда какая-то, поэтому я его решил перегнать. У меня здесь чуть больше 18 литров, сейчас его буду заливать вот в эту большую бочку. Вот они, 18 литров свежевыжатого сока. Теперь я сюда добавлю 10 литров воды. Итого получилось 28 литров сусла, в которое я добавлю 6 килограммов сахара. И сюда я добавлю 700 грамм дрожжей, прессованных обычно. Теперь все это дело помутим как следует. Растворим сахар и дрожжи. Закрываем крышечкой. Далее я герметизирую вот этот шов между крышкой и самой бочкой, чтобы газ углекислый у меня выходил только через трубу. Ну и другой конец опускаю в банку с водой и ждем, когда забродит. Прошло меньше часа, и процесс брожения пошел полным ходом. Подожду несколько дней, когда брожение закончится, и еще пару деньков, чтобы брага осветлилась, и потом можно перегонять. Брага бродила у меня 9 дней. И 2 дня отстаивалась. Брага хорошо осветлилась, и можно замерить, сколько она крепостью вышла. Для этого есть у меня вот такой вот бытовой виномер и набор реометров. Сначала проверим виномером. Виномер нам рисует 12 градусов. А вот это уже реометр с диапазоном 0,40. Он показывает 9 градусов. Кому верить, я не знаю, но надеюсь, что там 12, потому что все-таки это не водно-спиртовой раствор, это ближе к вину. Я думаю, что я надеюсь, что виномер показывает более правильно. Плотность все-таки раствора другая. У меня на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо и пока!